Мешает отхил. Потом убиваем бабу, которая ману жрет и мешает сильно пыткой. На тех двух просто забивается болт. И потом на второй фазе мороза ебашим. И все. Только бабе можно сбивать косты, Какой? которая сжирает ману. Ну там периодически что-то может А то на получиться. прошлом утре 2-3 раза сожрала ману и все. Что, пал, наверное, босса поддержит. Босса никто бить не будет. АДК или кто? Как? Давай босса подержу. Ну, ДК там 4Т4 есть, но, в принципе, нормально поддерживает. Протрезвел, рыбу съешь. Вот Да, рыба. все, я умер. Вот. Просто как-то пытались тоже, когда первый раз сюда пришли, не били этого долбоеба, Робина Бобина, блядь, черепка. Он, сука, потом дебаф повесил и не успевали прохиливать, короче. А чё, в чем моя задача сейчас? Твоя задача поймать мобов и держать Робина в приоритете на себе. Убиваем Робина, потом убиваем Крестик, потом убиваем Мороза. Ты не знаешь тактики? Да, расскажи лучше. Ну, На за танка нет, за... первой фазе мы стоим, пиздим этих работяг, ничего сложного, просто держи агро мобов на себе, чтобы они никого не отъебали. На второй фазе босс будет вешать рваную рану и укол ядовитый. К примеру, если на тебе висит укол, его срывает, ну, его перетаунтит паладин, и на паладина повисится рваная рана. Как только у тебя проходит укол, ты сразу таунтишь на себя, понял? И ждешь, пока он на тебя повесит дебаф. Упала пройдет, и вот так должны ретаунтить постоянно, понял? При том, что... Ретаунтить Робина и кого? Нет, Мороза А, на нет, второй фазе. На второй Мороза, Мороза. фазе ретаунтить Мороза. И смотри, он будет кастовать там череду, он попрыгает по рейду. Если на тебе нет дебафа, ты сразу его таунтишь. Потому что если он будет на паладине с каким-либо дебафом и повесит второй, это смерть. То есть если не стаунтить вовремя, это он сразу ваншотает танка. Девять процентов. Все нормально. Символ на меткость таунта. Да, есть, Ну, что символ темной власти, да. должно быть нормально. Если еблом не щелкнешь, все будет нормально. Так, Запомни. Робин мне, потом на второй фазе мы перетаунтиваем по этим. Мороза. Морозу? Ну Да, ладно. тебе вот паладин будет подсказывать. Это будет намного проще, чем я. Паладин и на себе следит, и тебе скажет. Потому Я что... понял. Потому что это, блядь, ад ебаный. Просто за Элема я... Ну, блин, за Элема здесь другая игра, ну, вообще во всем месте. Другие вещи делать, так, нет. Ладно, погнали. Это, ты смотри, ты всех четверых мобов стараешься держать. Понял? И стоите вот тут. Да, этот метки поставь лучше 3D, да, где стоять. Ну, блядь, а тут одна метка тебе и нужна. Вот. Красная меточка. Ну или, блядь, по. В радиусе этих меток. И все. Андрюша, ты первый. Я уже на второй фазе, Да. да? Парни. Да, ты чуть дальше Мерик стоишь на второй. Я держу троих, да? Катрон, ты первый побежишь закрывать. Всех мобов ты держишь, кроме босса. Услышал, Антох? Бля, я знаю, что не сделал. Нихуя не сделал. Бабл. Там да, там бабл. Нас. Подожди, сейчас этого почти скорчили. А где ближайший? Возле хилов.
Ну-ка, если что, у тебя такой вару слышно, Антон. Бери. А мой кабан рядом. Если что, у нас закройте. Хорошо, я если что, к пацанам побегу, парни. Закрывай, давай, всё, побежал. Я побежал. Охуенно. Что? Так я прилив, и тут мимо там. Не повезло, а есть что-то, кроме вон рыба есть вроде. Что, второй, я бегу второй. Андрюх. Я. Давид, у нас стол второй, я бегу. На наш стол ты, да. На моем рыба. Ну ты ешь. Ты, о, так ты на моем кабан ешь. Блять, ебать, три путинга там нахуй. Консоры? Рыба есть. О, заебись. Я на своем. А кабан? Я рыбу съем. Катрон, ты ничего не закрывал? Нет. Кравай пудинг на нашем столе. Мерик. У тебя хабан есть. Так, где? Ну, да, пудинг, есть. Тортик, ёбаный, прокиливать его. Я могу съесть рыбу на нашем столе? Да. У нас... Иду, так. Может рыбу докушать? Там на столе у нас стоит стал. Она сейчас все равно пропадет. Да. Так, ману резнуть. Мне надо будет этот... Перетаунчить тебя его сейчас. Босса взял. Мерик, Мерик, стань последним. Парни. Минус 2. Да, скажите, кто успеет. Андрюша. Как это, блядь, я что не успел? Погиб. А, не, не погиб. Андрюша. О. Брось. Не забывай диспелить перчатку с босса. Смотри, был 10 секунд. 10 секунд прошли, на тебе была рваная рана, я его... Перетаунчиваю, правильно же? Я его перетаунчил и, блядь, умерли. Кулак надо пас, если моб есть с кулаком, его надо постоянно диспелить. Ему дали 30 тысяч, потом моб 9-10, и потом еще босс на 16. Ну че, гол еще? Рыбку там ставьте. Этот как его? А что, да, составлю. Этот как его? Вот тут ты. Не заб... этот... Андрюша, мрось. Да. Это вторая фаза, моментально диспель кулачок. Слышал? Будет, он будет тут. Тебе надо постоянно на боссе следить, чтобы не было кулака. А он на всех стакается этот кулак. На похуй на остальных мобах, но там босса бахает жестко. А кто-то, ну, точечно диспелит? Да. Должен. На П, нажми Q. Могу на ХП качать, без разницы. Так, ну, там выигрывается один косарь.
Да, там, там разница-то с моим пятом в копейки, блин. Ну, в ПС. Ну, типа. Ну, он сильно поможет. А может, блядь, на какой-то момент и помочь, но это был не этот раз. Просто там 4К свет. Больше. Короче. Сначала надо будет Рафа въебать. Потому что он этот как его. Ну вы поняли, да? Снимает агро с танка. Начинается пиздец. Поэтому сначала его, потом того, кто хил режет. Пять, четыре, три, два. Все так же, да, делаем? Да. Лезь к метке, победи. Ты первый побежит у нас. Нет, ты. Он победил. Андрюша. Он скидывает агро, его надо очень быстро убивать. Андрюха, рыба возле хилов. Да. Кабанчик у тебя справа. Сейчас стан дает, ребят. Да, мне уже два стана прилетело. Ну, он когда стан дает, а грозит скидывает. Если что там у нас надо будет. Рекаш на нашем столе. Давид потом у нас закроешь, если. Да. У нас. У нас. Бегу. На одно сало слава условия попали. Блять, еще хавка, хотите сказать. Тут один под хилами есть, под хилами. Под хилами, да. Антоха. Сейчас меня спало. Диспел. Андрюха. И рыба тут возле того. Бля, уже хуй дамажу. Да, конечно, там 8 статов типа. Он 40. Вас? У нас закроет, он сами закрывает. Хорошо поживать, да? Худин? Ну надо 9 стаков. Прохиливайте ровно. Mm-hmm. Блядь, ну это пизда. Я не такого количества. Я кабанчик хорошо. Да. Так, на мне рваная рана. После рваной раны я опять его, да? Забрал. Не забудьте Мэри ходить. Мэрик. Диспенс Мэрика, Мэрик сдохнет. Андрюша, помолчи.
Мерик. Я стараюсь. А куда он ушел? Сейчас нормально, сейчас прибежит. А. Он на мне, да. Мерика, прости. Меня убило. Бэр. Бэр. Забрал. Он говорит, подожди на хата. Он бежит на меня. И дай потом монотайт с этим. На ману дайте, Андрюха плюс. Даю. Через сколько будет у него череда? Под нее надо... Может мне СС? Там лох накинет параллельно. Мне это кому? ДК. Танк. Спасибо. Анха-танха. ДК. Мастер. На мне укол, ага. Ревендрата. Забрал. 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 Уф! О, тринка не пьёшь. Просто. А сейчас больно будет? Здравствуйте. Охерните! Это тринка напал, он ДК не идет. Он уже получил ГП своего. Я знаю. А чё, она? А чё, спадёт? Нет, ладно, сдохни. Не хиль. Не знаю, какой я уже сдох. Дает, не пойму. Хорошо. Молочком доблести, блядь. Хуй его знает. По 500 бы давали, блядь. Да, но тут самое главное... Да, легче. Молчать, Давид, и не мешать танкам, когда они ретаунтят. Давид, а ты не желаешь? Значит... Орбит возьми, вон. Да. Шаманский плащ. Какую? Не, можно, но... Извини, сразу скажу. Молча, да, тоже можно, но... Как по мне, вот такие моменты, всегда должны два танка говорить, и никто нахуй ничего не говорит. Спокойно люди говорят, не сбиваются, и все красиво идет. Да, просто я как танк, типа здесь, ну, в первый раз, а за Элиму я на фул проносил. Просто за Элиму тут другая игра, а за танка совсем по-другому. Блин, ну понятно, что за РДД и танка везде разная игра. Ну да, поэтому я вас все спрашиваю и... Че, один не 101?
А я пала не предупреждал. Пал. Не, просто 1-101 же было. Ну, у нас, да, всегда 1-101. Ты не знал этого, я правильно понимаю? Да, не, на следующий шмот имею в виду. Ну, то есть, эту тринку я тебе. Эту я дам. Я... Давид. Ну, блин, мини для коллекции, у меня еще хуйня, ну ладно. Давид, ЕП начислит два босса. Пошлите пиздячий другого босса. Да, сейчас начислю. А сколько я начислить должен? Не знаю, наверное, по 1000 за босса. Не, мало. Мало? По 10 давай. Да. Даем. Да. Я ты добью. Есть. Да. Просто суть в том, что если одна десятка проходит, вторая нет, это проблема второй десятки, а не первой. Это подключает соревновательный дух. Чтоб ты не отставал, ты будешь стараться, чтобы 25-ки получать. Ну как по мне, это мотивирует. Чтоб прийти не просто ебалом пощелкать и выйти. Нет. Знак срамата. Да не, ну... Нет, и знак срамаса тут же. Ну уже куда было. Разница. Да. Ну где-то под нерфем. Ну она была под нерфем на ульда. Уже. Нет, не, ульду понерфили раньше гораздо. Ульду когда порезали, тогда. Вот где-то в этот момент мы начали. А разве мы в такс не гильдии ходили? Мы ходили, но мы не одеты были для ульды. Ну да, порезана была где-то в мае, может, чуть раньше. По-моему, даже на месяц раньше. Блядь. Полгода, да, чуть-чуть побольше. Где-то в апреле порезали. Насколько я помню. Чё, дубика нет, что ли? То смотрю, проклятие-то не снимают. Я так могу вопрос, почему проклятие не снимают? Так, я их обычно дубик снимал. Вот дубика, блядь. Да мне кажется, любой уважающий себя рестер-шаман должен скачать. Там все равно на гуле герлоги там проклятие надо снимать. Сейчас Зуби придет за хилбот, скажет, что хилбот хорош, буду удалять. Буду хорош. Вот Дубик точно так же скажет. Да не, но... Не, я буду играл, но заебись. Ну и настраивать сука, заебись. О, реклама пошла. Да я шучу. Ну, реклама канала, в смысле. Ну, хилбой так же можно сделать. Бо тоже показывает проклятие фиолетовое. Оно там точно так же делается, проклятие повесилось, закрылся цветом. Проклятие повесилось, ебало открыл, увидел на чипе дебаф, все. Так это как у нашего шамана, этого,
не высвечивалось, а то, что на... Там, ну, дотка какая-то. А, да, в Каражане, помнишь? Да, в Каражане. Давид. Не помню. Шаман, который хороший забрал много Т4. А, да-да-да. Там у него тоже Вуду стоял. Ёбаная Вуду, точно. Я помню, что я его хотел, потому что не показывал ПДБ-ах один. Потому что, блядь, тут тоже дебафов понаделают новых, нахуй. А оно не рассчитано. Я проклятие через декурсив снимаю. Ну шо, ма? Ну так это ж надо знать, что записывать, а по дефолту... Но на мобе, то есть на мобе, на мобах я не знаю, какие там дебафы. Бля, пацаны, кильте, пожалуйста. Там настакалось 3 пила, хуй пробьёте. На гриде, кстати, тоже показывается, но мне не нравится, как тут полоски хп падают. Спал сляжет. Они бегут сюда? Пошёл орбит агрессивный, блин. И? Ой-ой. Мы постучили. Бежим. Бегут, бегут, бегут. Выходим, выходим, выходим. Орбит, ты куда? Прятаться? Вниз не заходить? Там снаружи тоже, кстати, опасно. Там фрост трапа, сразу хант. Один бежит. На одного отпиздим. Куда это он? На танк побежал. Я пошел. Уверенной походкой, пацаны. Говорит, у меня дела. Блять, я чисто починиться, бля. Ну все починитесь. Ничего страшного. Он до меня не добежит, он в околах. Чё, как тринит её поставил? Типа просто потестить. Типа посмотреть. Ну типа потестить, попробуй, да, типа, чё надо, я вообще, типа, хуй знает, что это за тренер. Не, мне стамина приоритетнее, конечно, я ничего не говорю. Ой, блядь. Ну как да. Как называется пеструн сквернобота? На Джайну, да, там кольцо с этой... Как она там? А, Они 25. Где она падает, блядь. Нет. Так, просто потестить. Так, надо... Блядь, где вы еще въебать? И выбить топорик, да? Да, блядь. Нет, нет, я говорю, я везде был, только за Элима. Я проносил инст, но за Элима. Но не за танком.
Ну, механику знаю, что там будет лужа, что там все вместе бегают, там выносят что-то. Такое. Ну, как понимаю, если я танк, то я должен бежать, да, по кругу. Ой, бля, почему? Кого-то, да, киньте его. А, воруб ветры просто. У нас с такими разговор короткий. Да, нахуй там пролик, ебать. Так кнопки какие-то еще далеко нажимать. Ну, режим ФСБшника я готова. Я запомню. Я запомню. А так это уже круг, блядь, ненависти запущен, сколько, блядь, кар назад, ебать. Только кто-то... Я первый раз сюда пришел, я не помню, кого в контроль взяли, я с полной душой как уебашил по нему, блядь. Аж приятно стало. Так вот откуда ноги растут. О, я сразу тут нахуй. На Волонтеле так лучше не делать, можно, блядь, и с рейдом нахуй выйти. Это не можно, а выйдет. Ну или если ДДшник в пушке забудет снять туда, тоже можно прогуляться. Там охрана, а он снимается. Ой. Да, если ДБМ настроен, он сам снимает. Был тип на дырку ли настраивал четко под дырку ли этот ДБМ. И там он даже в нахте снимал и одевал тебе пушку обратно. Когда в 25-й он в контроль берет этот долбоёб. Пилтузат. А то он сам снимал оружие. Интересно, что надо было, это нихуя. Ну, он снимал пухи, этот шарф его, и потом одевал их обратно, сам. Как мне подальше стоит? Ты тупо поломал ворона. Моя бить, ебать. Антоха, сюрикенами бросайся из РТД зоны. А я ебашил, сколько сюда не ходил, просто, блядь, какая попалась, ты ебашил. Вот, которая мне сейчас ебало бьет, я ту и хуярю. Они вроде не сильно бьют, блядь, слава богу. Ну, по 11 тысяч, да, 4 тысяч, ну нахуй. Помогли на меня, по-моему, побросить. 10 тысяч. Баншабой какой-то кидает, я хуй. Я просто хочу поспать. Просто хочу взять и спать. Медикам поебать не стал. В смысле? Ты ж ДКшник, у тебя от сала половина слов не работает. А я знаю, как будто сало 2 секунды висит. А? Ну типа я другие школы пока понажимаю, которые не надо. А потом те. Еще кто-то. Ёптвою мать. А это, кстати, твой болтус привел. Да? Да. Она запулена была, значит. Угу. Он первый не нападает, он джентльмен. Да, конечно. Он джентльмен. Этот как его посмотрел. Короче, что там? Ну, короче, я забыл, как его зовут. Который сейчас лучше всех, самая сильная гильдия на сервере. Нафиг ты сэй? Да, но... Не, ну и жаль, тот, блядь, отдыхает по сравнению с нами. Да, вот его гильдия. Когда они эту хуй лапаншу били, ёбаную, оперу ёбаную, вот. А так, ну, это ничего сложного, просто от сетапа зависит.
и все должны нормально в ебало бить. А не получать, как мы, да? Ну, блядь, там ребята так, как мы, не дамажат. Там не Паша так, там его нахуй. И хуйни рогают. Бери еще он 4 праздника. Баб только не берите, ну их нахуй. Сейчас еще 4 собаки появятся. А если встанет, то... Ага, понял. Ой, как хуёво. Духа. Там моб побежал, моб Мэрика ебать. Так кто-то его грипнул, а в этот момент дал поджигание. Я грипнул его в лужу, не знаю, чем он от тебя побежал. Потому что ты умер. Да, 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 там есть, появляется конь, он вот этот жировок, блядь, и въебало тебя. Ну, проще говоря, рулетка. Ну, тут в обычном аддоне такая же, ну, типа в дефолтном интерфейсе у тебя тоже возле икон, ну, возле персонажей кружочек этот ебаный. Вот. Я к нему привык, пиздец. Да, да, это именно когда... Допустим, если ты смотришь на цель А или Б, а вот на кого она смотрит, на том и красненький квадратик нахуй. Типа. Ну или когда ты танчишь, ты видишь там на ком оранжевая, там, желтенькая, ну или уже, блядь. Если на нас висит агро, то мы в бою, блядь. Только я так пикнул в этот момент. Генерал Ясенку, да? Да. Ну, там порофлил Предста, по-моему, который... Этот... Хуярил. Бедного элементаля. Так что он на него скулил. Ну, её надо... Она, наверное, как, блядь, эта тринка, нахуй. Я забыл, как она называется. Да. Как монету удачи, блядь. С кораблей, блядь. Как это я. Монета, что там было? Чего? Уклонение, а эффект не помню.
А у чешуи наоборот, броня и уклонение нахуй. Когда тебе уже 35%. Вот. Типа. Чешка на РДД, блядь. Ну, вот это вот хуйня, вот эта тринка, наверное, подойдет только под этого уебана, блядь, последнего в этом рейде. Там же, говорят, дохуя магик дэмэджа он вливает. И там все бегают, что-то там трутся нахуй телами. Ну, я знаю, что РБК пацаны одевают. Давай, Серёга. Этот, что по тактике там? Тут. Моя задача. Да. Пускай там. Да, ты в ретрика спекаешься. Не, ну топорик Давида, конечно, манал. Красивый. Прикольный, прикольный, можно даже оставить. А сколько ты в ретрике даешь? А это так мне нравится, блядь. Ну, больше ДК даст. Короче, блядь. Как же мне впадло? Чё, рыбу поставьте и по тактике что-то. Моя задача. В общем, ходи и не вайпай рейд. Всё, по. Да, но у меня так, блядь, уже голова просто чан деревянный. Сейчас я пытаюсь просто... Сейчас, блядь, надо было все-таки ночью поспать чуть. Короче. А вот тут на ХП учек, как не отдох. Да, ДК, где ты? Тут. Я тебя не вижу, блядь, хоть убей. На ХП кричать, да? Попал в... А до первого пула она не должна спулиться. Но все не заходите, вдруг нас тут сейчас отъебашат ресники. Смотри, когда я тебе скажу, ты ее спулишь и поставишь вот тут. Угу. Метку лучше поставить. Вот, я тебе одну метку поставлю. И так да. Возле каждой такой хуйни, понял? Вот тут, потом по команде перейдешь вот. Мама ебал. Схуяли. Захотелось. Она и выйдется? Нет, нихуя. Хуя. Я сейчас хоть посмотрю на эту казнь, ебать. Ну шо. Лучше не надо. Давид, кстати, там, по-моему, такие ворота появляются на смотрителе. Когда потому что молнии так хуярит. Ой, ебать, сейчас и нас уебет. А сдохните-то быстрее, а. Сейчас ты подосмотришься, блядь, Андрюша, нахуй. Мы рыцари. Сука, не успела так оставаться. А, тут еще и лужа была. Твою, сука. Мы не пойдем, ебать. Чё, так сделаю. Короче, ты я так... стою на выходе, как объяснишь, дашь команду, я зайду. Так ты не можешь зайти, потому что босс пулями. Не, после этого, как он будет обратно ему объяснять. Та зашо через весь коридор увалил. ДК, не вставай. Видишь, я метку поставил? Угу. И вторую поставил. И также будет третья и четвертая, понял? Угу. Вот, тебе надо между ними водить. Между каждой меткой. Сказали, перешли. И перешел к следующей. Перешли, перешел к следующей. Понял? Ладно. Все. По кругу так. Да, и надо сбивать шок. Как он, блядь, называется? Забыл. А что случилось, ебать? Шок небес, это шок света. Шок небес тебе надо сбивать по КД. Понял? Да. Все, а тебя больше нихуя... А, ну и требуется, когда скажут зайти в лужу, зайти в лужу. Понял? Угу. Получишь ложу, лутаешь дебафчики и выходишь. Получаешь один дебаф, один стак дебафа, и идешь куда надо, понял? И за обратно точкой смотри тоже. Ты был же тут элемом, правильно? Да. Ты понимаешь, как тут режут лучи? Да. Ты понимаешь, когда они будут появляться? Ну, ДБМ покажет. Когда она останет покаяние, после этого начнутся резать лучи. Понял? Угу. Соответственно, ты смотришь, где находится шарик, и если надо, ты, допустим, с красной метки, ты можешь вперед пройти. Понял? Чтобы лучик у тебя за спиной активировался. Чтобы он ни тебя, никого другого не разрезал. Понял? Хотя тебе то есть ебашь покаяние потом. Поставить.
Джипса. Не-не, я имею в виду сначала покаяние. Да, на, вот тебе говорят, зайди в лужу, ты заходишь в лужу, лутаешь стак, выходишь с лужи, она кастует покаяние, ты смотришь золотой шарик, где находится, понял? Угу. Если надо, чуть-чуть подбежал к рейду, если не надо, стоишь на месте. Она кастует покаяние, со всех снимается покаяние, мы ее бьем, сбиваем ей щит, но каст сразу не сбиваем, ждем, пока стаки спадут, и потом сбиваем каст. Понятно? Стойте, спадают, сбиваем. Потому что, когда, пока стаки еще висят, ты собьешь ей каст, она даст цепную молнию и трахнет. Понял? Это такой, на случай, пока мы не сильно хорошо одеты, чтобы хп хватало. Потому что может попасть так, что убьет. Ну, в принципе, все. Смотри. Подойди сюда. Видишь, вон шарик летит. Когда мы будем заходить, тебе нужно будет ее пулить, когда шарик будет между тех шарфов, что сейчас пролетел. Видел? Под синим шарфом. Вот когда он туда подлетает, ее хуяк-пу, понял? Да. Когда шарик будет у синего квадрата, пулим. О, нахуй синего квадрата. А, у шарфа вот этого. Вот, справа от тебя, да, вот сейчас, смотри, видишь, шарик у нее за спиной сейчас будет. Угу. И видишь шарфик такой? Да. А ты ориентируешься по правому шарфику. Справа от нас, вот, я на него смотрю в ту сторону. Выйди нахуй с комнаты. Видишь, куда я смотрю? Да. Вот по тому шарфу надо ориентироваться. Все с бафами. В смысле, а рыба? На хп. Да. А рыбу ты проебал. Ладно, сука, блядь, хуй с тобой, на, кушай. А чё ты ставишь рыбу, когда меня нема? Потому что все тут были, нахуй, и рыба поставил. Как это все были? А знаешь, то, что не в нас, сука, ковырялся, блядь, белый порошком, блядь, лечил ноздри, то я не виноват. Понял? Волк, давай, убьем и эту аспуду. Заходим в комнату. Быстрее, 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 быстрее. Все бы зашли. Быстрее, дубик. Пуль. Разверни ее спиной к рейду. Цепуха пошла. Кстати, Пал, ты тут? Угу. Вынес. А у тебя не было такого, что она моментально кастовала эту хуету? Шок вот этот, понял? Без каста. Да не помню. А у нас вот этот шок небес, она кастовала без каста. Прикинь? Мэрик. Убивай. Взяли. Получили стак. Вышли. И пиздячим по ней. Я в оглушении. Нельзя стакать. Вы сейчас нахуй разрежет, если мы не успеем. Блять, слава богу. Не бьем. И сколько у тебя еще оглушения? Бьем ее, бьем ее, бьем. 10 так. Секунд. Ебать. Хорошо. И переходи к синей меточке с ней. 2 секунды. И переводи ее к синей меточке. С бетика. Переводи. Орбит. Орбит, беги туда. Если не по... Да, похуй. Ничего страшного. Это ничего страшного. Можно там посередине разбить. Ничего абсолютно страшного в этом нет. Выноси, Катрон. Все, танкус разбиваем. Когда скажу лутаем стак, ты заходишь в лужу и получаешь стак. Понял. Лутаем стак.
Утонул. Выходи. О. Быстрее, парни, быстрее едет нахуй за спину. Отходите, чтоб не разрезало. Бил. Все, переводи на другую. Я, блядь, стреляку нахуй телепортировался из-за спины. Еще веди ее, еще. Сейчас она стрелит. Да, она, блядь, стоит. Я вижу. Брось. Отлично. Осторожно, лужа, парни. Под ногами у босса. Брось. Лутанули стак. Ебать, нам надо было. Ладно, похуй. Идем. Ебашим. Следим за лезвием. Вперед, пошли. Вперед. РДД, давайте. Отлично. Какая все будет. Рано, блять, рано на. Прохил, быстрее. Андрюшка, спой. Веди. Нахуя? Кто каст бил только что? Пизда на парня. Орбик. Орбик умер, блядь. Я знаю. Орбику надо будет очень сильно захватить. Спойте на мат. Не было? Не было. Как и, блядь, не нужно действовать. Да, ну я нажал, он... Спой на маду, поставь монотайт. Геру. Сразу Геру дай. Выйдите служи. Выйди служи, Геру, дай и спам нахуй хил. Андрюха, помогай ему как угодно. Лучше ебай. А как меня? Не, в одного нету делать. Эй, блядь, спасти. Да ну, блядь. Вот просто одно не так и все. Одна ошибка. И так, все. Не надо и сразу забивать, ребят. Дубик, блядь, себя подхиливает нахуй, и ему, блядь, это, блядь, священная хуйта, бляпна. И все. Ладно, СС на Дубика. Орбит, есть же подняться на next бой? Сейчас убьем, мы ее спокойно убиваем. Вот, на next этот Мэрик, понял, да? Да, да. Ебать, сука, Мэрик, ты уже не элидар, ты просто задрач элидар, ебать. Чё такое? Как же ты быстро это все делаешь, ебать? Что? Удивляешь меня с каждым разом, как я бегу сзади тебя, ебать. Чё я делаю? Пиздец, ебать. Тони, можешь мне объяснить, что я здесь делаю? Или это не ты только что этот трюк исполнил? На ступеньке ты запрыгнул, блядь. Не я. Значит, по-другому удивил. Ну, красненький был. Нас... Да не я. Я последний бежал. У нас так-то эридаров. Не так-то и много. Хотя 4 Трое. Почти пол. 4. Да. Почти пол рейда. Дайте, уже гадать не спалился. Ты сам спалился. Там на меня что-то наговаривает стал. Ничего плохого. Бафы.
Че, погнали? Стой, надо на следующий круг зайдем. Да, уже, да. Ну все, механику я понял. Ничего сложного. Главное не сбивать ей каст раньше времени. Заходим. Все заходим быстро, 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 быстро. Мэрик. Ебать, коны подсейвили. А чего? А так он молнию кастует и в двух конов просто пью. Я еще бичей для этого даю. Вот он бичей тоже бьет. Что-то я перебздел. С качка переводить. Переводи, переводи. Ты прошел, Мэри. Да, блин, канулся, когда уже щит сбили. Сейчас будем заходить. Подхилили сначала тех, кто ты напросил. Ого, что я моментально стак получил-то. Мне вообще не далось. Сейчас стыну. Далось, выходи. Осторожно, парни. Ждем, пока спадут. Пока не ничего сбиваю, не сбиваю. Не сбиваю. Веди. Перевозить? Да. Там надо, чтобы не просто стаки спали, чтобы они еще подняли хп рейду. Че она не идет? Сейчас она кастует всякую шляпу ебаную. Убит разлил? Отлично. Мэри. Сбивай. Сейчас будет священка. Залутали стак. Вышли. И пиздумная. Отходим, блять. Отходим. Все, отлично, ждем сбития стака. Сбивать? Да, переводить. Да. Я тебе все помогаю. Блин, у тебя тоже пет, блядь, а у тяга ебаный. В смысле? Сбить их, сбить их! Уебать его в рот нахуй. Чем? А чем тебе мой пет не нравится? Зеро. Убили. Сейчас после этого каста стак лутаем. Чуть-чуть рано Геро сказал.
Осторожно, луч. Луч, луч, луч. Я блинк рано нажал. Берри, Берри, Дубик, Берри. Я переводить? Да, да, переводи на всякий случай. Прохильте мага сразу. Один каст будет. Мэри, бать, ты в этом траве побегал. Сразу сбей. Утонули. Ой-ой-ой-ой-ой, парни, очень надо потно, очень-очень. Там луч, ребят, смотрите. Бегайте, бегайте нахуй. Давайте, парни. Мэрик, мы вдвоем бьем? Вдвоем бьете. Че, я добил? Все, поставь. Блядь, ебал, дремал, проснулся, кончил. Все, ставь, просто поставь ее по худе, выносите эту и добивайте ее. Мама его. Запы. Просто запы. Нахепала. А, ну дд. Ебать, ну просто бомба зап. Я готов что-то разбить нахуй. А, молчать. Че, все, ребят, я, наверное, завтра просто к 7 на работу. А, окей. Ничего страшного. Мы в прошлый раз убили на минуту быстрее. Смотри, какие запы на ретрика, ебать. Там ЕП зальешь, я лофнусь. Сейчас, 2 секунды залью. Че, завтра продолжаем, Карл? Ну, завтра я до 8 работаю, я где-то в 8 поеду. Ну, 8-15. Груля, наверное, лучше все равно, да, по статам, там же за счет дырки? Ну, нет, у меня перекап мастерства. А. Там пиздец. Ну, я буду их и те тасовать, но эти мне нужны сейчас. Типа, да, да там одна дырка есть, но тут хастакрит, а там у меня мастерство лишнее. Бать, вы наролили 6-2. Так я тоже. Ну и хулипаловские я, наверное, возьму. Аспект есть. Сейчас, 2 секунды. ДК не вышел с Реда еще? Нет, нет, я... Сколько я давал? Тут дал ран. Полторы. По полторы. Мне там тоже где-то запишите ЕП на бумажке здесь. Карандашиком в тетрадочке, да? Ну или я могу записать. Блин, такие роллы, конечно, 6-2. Как, блин. До этого тоже, блядь, был пиздец. Да, 11-11. 11-11. Продолжим. Что? После ВК продолжим. Уже один того... орбит нормально кинул, 27. Ой, 47. Да, после ВК продолжим, я думаю. Может, того удастся убить зверя. Какого а что, может? Зверя? Смотрите. Там, где закрывать чё, надо, да? Чё, всем спасибо. Да, закрывать. Да. Я смотрел, если чё, Дубик, этот, в ДИС пиши, ладно, в ДИС я буду, а не стану, типа, телефон на руках. Ну, как обычно, ладно. Так, а мне как связываться так с и вами? Пишу. Через меня можешь. Или в Дискорд заходи, да. И все. Ага, ну ты мне можешь написать. Или вот в этом ДИСе. Ну да, можешь в ОФГ заходить, там тебя или дайте роль какую-то, блять, может какой-то канал у вас есть, чтобы отписывать, когда я там на сутках. Все, всем споки-ноки, давайте до завтра. Смотри, ты тут пал? Ага. Uh-huh. Тут на одну дырку меньше, но на 16, то есть 14 силы ты теряешь чистыми. Ну да. Но получаешь плюс 12 крита и 58 хосты, ну в моем случае.
Типа у меня 42 мастерства, они похуй. У меня ровно 20. У меня ровно 26 сейчас. Все, всем пока, до завтра. Типа. Давай. Давай. Все, завтра надо давить, что будет. Это будет ИВК, а потом, походу, допромос. Да, ИВК десятка, а потом... Допромос. Ну, попробуем, да, еще кого-то убить. Ну, окей. Портал поставил. Мерик, надо чарку. Как... А, на завтра? Да.